Призыв к пробуждению. Все словно начинает зеленеть, и, быть может, даже вылетает мотылек. Так писал Роберт Шуман о своей симфонии номер один «Весенняя», которая откроет концерт «Гимн любви». Произведение, ставшее любовной классикой в музыке, исполнит Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением главного дирижера оркестра Эдуарда Дидюры. Будет исполняться самая красивая музыка о любви в классической музыке. Будет звучать «Ромео и Джульетта» Петра Чайковского. Малер «Пятая симфония Адажио» – это одна из самых красивых в мире вообще музыки, которая существует, на мой взгляд, в классике, о любви. Будет звучать «Первая симфония Шумана». Первая часть тоже очень красивая, романтичная. И, конечно же, наши великолепные солисты споют самые лучшие оперные арии. Под занавес прозвучит увертюра «Фантазия Ромео и Джульетта» Петра Ильича Чайковского. Эта шекспировская трагедия была одним из любимых его сочинений. Произведение композитор посвятил другу и наставнику Милию Балакиреву, который был виновником появления на свет этой партитуры. Это произведение до сих пор актуально, так сказать, и каждый, кто переживал сильные чувства, тот находит в этом произведении что-то для себя и что-то свое. Арии исполнит Елена Рождественская и Маргарита Долганенкова. Концерт состоится на сцене Дворца творчества детей и молодежи 19 февраля. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Олправда ТВ.